и так выступает лауреат международных всероссийских конкурсов солист театра Станиславского Дмитрий Степанович. Браво!
встречаемся мы с вами. Очень это радостно. Недавно отмеченный День Победы означился в истории страны таким явлением, как сочетание цветущего жасмина со снегопадом. Жестоко, быть может, и Тютчев зря любил грозу, как пишут иные шутники стихотворческие. Но стойкие листики окрепли и еще более оценили солнышко, которое уже начинает наставать. Так и песня «Липа», в течение истории, с которой мы познакомились с председателем Народного клуба любителей русских басов Вячеславом Алексеевичем Сидоровым. Это первое, что я спел на его концерте. Песня трагическая, но пока сердце бьется, хочется сделать какие-то выводы. Зачем? За что?